Каких принципов придерживается Ирак в международных отношениях? Согласно статье 8 Конституции Ирака, в международных отношениях Ирак придерживается принципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела других стран и стремится к разрешению споров мирными средствами и установлению отношений с другими государствами на основе взаимных интересов и равноправия при соблюдении своих международных обязательств. Каких принципов придерживается Ирак в международных отношениях? Согласно статье 8 Конституции Ирака, в международных отношениях Ирак придерживается принципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела других стран и стремится к разрешению споров мирными средствами и установлению отношений с другими государствами на основе взаимных интересов и равноправия при соблюдении своих международных обязательств. Каких принципов придерживается Ирак в международных отношениях? Согласно статье 8 Конституции Ирака, в международных отношениях Ирак придерживается принципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела других стран и стремится к разрешению споров мирными средствами и установлению отношений с другими государствами на основе взаимных интересов и равноправия при соблюдении своих международных обязательств.